Ибичка. Ребята, всем привет! Вы на канале Алинка Малинка. Да. Скажи, Алин, всем привет! Всем привет! Алинка Малинка. Молодец. Сегодня мы рассматриваем вот такой наборчик. Наборчик врача. Наборчик врача вот этот. Да, давай его будем открывать. Давай, открывать. Я помогу его тебе открыть. Так, где помоги. Открывается. Открывается. Вот так у нас открывается. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть. What? Так, давай, Алина, смотри. Слушалка такая, да. Одевай на ушки. Вот, вот так вот. Иди ко мне поближе, давай я тебе чуть-чуть подправлю. Нет, 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 сядь, 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 Алина. Поближе чуть-чуть подвинься просто, вот так вот. Я тебе чуть-чуть поправлю. Вот так вот. Вот. И давай слушай Мишку. Послушай Мишку. Так. И спинкой, да, повернем его? Вот. Все. Ну, как там наш Мишка? Что с ним? С ним все хорошо? Или он приболел чуть-чуть? Да, приболел чуть-чуть. Приболел, так, давай будем его тогда лечить. Смотри, что у нас тут еще есть. У нас есть такие, ой, что это такое? Очки отстегнулось. Нет, не сломалось, отстегнулось. Очки у нас есть для тети врача. Давай, одевай. Вот. Ты у нас как настоящий врач. Так. Это что у нас такое? Укольчик? Ой, ничего себе. Смотрите, вот такой вот укольчик. Да. Сейчас мы будем делать Мишке укольчик, да? Да, давай. Давай, будем делать Мишке укольчик. Мишка будет плакать. Плакает. Ой, Мишка плачет. Да. Больно Мишке? Да. Ты поставила ему укольчик в попку, давай погладь его, пожалей. Мишка, не плачь, не плачь. Сейчас Алиночка тебе поставит быстренько укольчик, и ты выздоровеешь. Все. Так, все? Все, не плачь, не плачь, не плачь. Все, не плачь, наш хороший. Давай, смотрите. У нас здесь вот такая ванночка есть. Это ванночка для стерилизации инструментов. Мы сейчас с тобой этот шприц положим обратно. Так, чтобы он простерилизовался для следующего раза. Все, все, все. Все, Мишка, успокоился? Да. На ну, хорошо. Так, это у нас вот такой градусник. Давай, поставь Мишке градусник под мышечку. Померим, какая у него температурка. Вот, и придерживай его чуть-чуть. А мы пока посмотрим, о, 35. Померила. Так, температура 35. Ой, что-то пониженная у него температурка-то. Что же делать-то с ним? Его лечить нужно. Так, а это что у нас такое? Вот коленки. Приборчик. Это для коленки? Да. Это молоточек по коленочке стучать, да? Так, давай постучи. Все ли у него в порядке? Все. Все нормально? Нервы в порядке у него? Да. Мишка не нервничает, все с ним хорошо. Ну, хорошо. Все, можно ему так подсидеть. А это что у нас такое? Это ножнички, да? Ножнички. И подстрижем его заодно, да, чтобы он был красивый и здоровый. Давай, подстриги Мишку. Все, подстригила. А вот спереди челочку ему еще подстриги, давай вот так вот. Давай. Посадим. Вот. Вот так вот и челочку ему подстрижем. Чик-чик-чик. Все, да? Все. Все, Мишка красивый? Да. И Мишка у нас еще и здоровый теперь, представляешь? Представляю. Мы его с тобой вылечили, еще и прическу ему навели. Мишка рад, и мы тоже рады, да? Да. Ну все, а теперь тебе. А теперь мне? Ну давай тогда мы сейчас с тобой с ребятками попрощаемся и дальше будем с тобой играть. Ребята, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на нас, на наш канал и ставьте пальчик вверх. Всем пока! Всем пока! Пока-пока! Пока-пока!